В этом барилео писал. Забабахали домашнюю шаву с острым соусом, но там было так, что был только фарш, поэтому фарш обжарили с паприкой и этим острым соусом, еще каплю добавили в соус из самой шавы. В итоге получился интерес, ощущением не острый, не очень острый, но по вкусу потом ебет этим Карлина Риппером, но не высотой, а именно пряностью, что ли, сложно, всегда было вкусно. Ну, ты завтра мне расскажешь, как у тебя с этим всем делом пошло. Хотя по итогу вообще мало ем Риппер, я ем более, менее острый, в основном соусы ем. Мне понравился, там госбепер прикольный, он мне больше всех понравился из трех. Он такой и острый, и такой как пряный такой, забавный. Пряненький такой. Получше. Но они все вкусные, эти соусы, я их тоже везде добавляю. Везде его жру, и вроде пока выдерживает организм. Сегодня он пасту сделал тоже, но только уже после готовки я не стал в саму пихать. Просто уже добавляю, потом мешаю. Прикольно получается. Так, поехали. 10:75. Шли на мать. Картофель чистка. Нерабочая. ГЖХКЮ СЕРТ. Скорости нет, терзы нет. Ключей тоже нет. Ключ могут тут дать сразу, кстати. Вполне возможно. Тут дальность огромная. Почти 8. Острая. Не знаю. Всех, наверное, свои особенности. Я уже спокойно его ем. Я говорю, у меня есть все, что острое, только, блядь, от KFC вечно беда, когда какие-нибудь крылья съешь. Я не понимаю, что в них такое. Но... вот там всегда просто беда. Ёбаные эти крылья. Я их потому уже просто и не ем никогда в жизни. И даже, они, сука, даже не острые, но от них такой пиздец просто. Потом. Химоза. Тут даже, я не знаю, химоза, оно типа, вон, я лапшу беру, которая тоже острая, но тоже как бы, ну, химоза, но там такого тоже нет, блядь. Там, блядь, вообще одна химия. Типа все эти булдаки. А там тоже такого нету. Ну, сука, эти крылья, это пизда просто. Это просто минус пердак. А потому если KFC беру, то там просто беру обычные стрипсы, даже уже не острые. Сам себе сейчас делаю соус острый. И с кайфом. Лапша хорошая, да, сам по себе булдак. Мне тоже нравится. Там вкуса мало. Она прям просто типа острая ради острого. Там типа вкуса почти нету. Самих соусов. Он просто, ну, ебущий. Ебет хорошо, конечно, но вкуса вообще почти нигде нет. Может, там кроме пары вкусов отдельных. Вот карбонара та же, может быть, может еще чуть-чуть чем-то отдает. И кимчи были еще тоже более-менее на что-то похоже. Triggered as fuck by popping the poops with certified poop. It's fine. It's fine. Just talking with chat, I'm not playing this game. Да как не здесь? А где? Это чемпион же, да? Это чемпион, по-моему, был. Как-то он здоровый был сильно, по-моему, для обычного. What the f... Чё, блядь? Почему его не было видно? What? Это чё-то фокусы сейчас были. Цыганские опять. Япон.
Я могу книжкой открывать всякое. Можно попробовать. Ссылка. Озон. Вчера такие ссылки. Блядские пауки. Чё их так много-то, блядь, иди нахуй. Ты сука или ты... Сука. Благо у меня, сука, пиздец было дальности много. Охуеть, я два нахуй получил рейндждауна. Как в том забеге, по-моему. Ну ладно, хотя бы дали тирзы. Тут что-то дали. Вообще пора автомат опять ебать, наверное. Держи, друг. Блять! Чё тебя так выебало-то? Фига его вынесло. Подло. Я вообще такой отдачи не ожидал, что он так улетит далеко. Ты умрешь, нет? Ай! Так. Все же оставить мидбоя. Где он вообще? А, где мини-босс же, господи. Один ключ, да? Больше, чем ноль, по крайней мере. Ладно, пошли дальше. Найс, найс, пинг барилю. Летов вернулся. Здорово, Летов. Что-то новое решил, походу, выпустить, парень. Песко Фокс. Не, это не нейронка, это новый сингл. У Летова вышел. Видишь же, да, живой звук. С концерта запись. Какая еще нейронка? Что-то свежее. Давай. С подарком сходим к сатане. Блять! Блять! Скорость-то мало, господи. Спасибо, 200 Ice Boys. Доллар я возьму, да, скорее всего. Просто, блин, бомбу тратить неохота, мне бомб мало, капец. Бомбы тоже нужны, по идее.
Я себе. Ну да, это берется, наверное. Дороговато, конечно, но... Но хули сделаешь? Хули делать-то? Спасибо. За что? Можно освободить Аффикс Твин. Это какой-то клип смешной, я, кстати, этого не помню клипа, или помню. Что-то древнее. Вообще не буду брать доллар, пизду. Бомбу оставлю, бомб мало. Мне бомбы нужны. Это любимый трек Дюка, по-моему. Вообще, видимо, ремикс, да? Наверное. Или это оригинал? Ну что? Разве не слышно? Бомба до этого была громко. Сейчас, по-моему, нормальный звук. Лобок убежал. У меня нету хп на сделку. Ну, в принципе, ладно, может на боссе будет хп. Тогда, возможно, будет хп на сделку. Окей, со сделки не будет. Это тоже логично. Будет хп на сделку, но не будет сделки, да. Так оно обычно и выходит. Я костер. Вот он. Так, я ж не умру в это время, правильно? Я ж не умру. Конечно, не умру. Игра пыталась. Игра пыталась. Так, ну бомб вроде по итогу нормально. Не, мне тебе портала, по-моему, не особо нужны. Спасибо. Особенно на босса, думаю, я не особо хочу улетать уже. Нахер. Нахер. Не надо мне такое счастье. Полетали уже. Налетались. Вторую тоже искать не хочу. Пошли дальше. Я в порядке. Ничего мало. Thank you.
А что песня даже есть в плейлисте. Это песня? Ну да. Музыкальная композиция. Или песни без слов не бывает. Я, кстати, плаваю в определениях. Ну, музыкальный трек в таком случае. В любом случае. Может быть, трек тогда не пис. Набор звуковых волн. Скомпонованных вместе. Там слова маленько есть, да. Там кто-то орёт. Что же слова, правильно? Наверное. В каком-то смысле. Большая была пауза музыкальная. Спасибо, ребят. Забучи даже у меня там уже играла за это время. Скидца. Можем пойти в аркаду. Эта песня 20, серьезно, 20 лет? Думаю, поменьше маленько. Забавно. Старенькая уже. Ну, вообще возможно, да. Вот что я и хотел. Я отсюда. Мне через месяц 20, поздравьте, я меня умею только играть в языка. Поздравляю. Такая же история. Только жаль, не 20. Где мои 20 лет? Это, кстати, Левиафан. Ну, вроде, нафига его делать, если я так беру полет? Делать полетом. Корнер уже 50, ну, кстати, да. Нет, то, что 50-то это логично, он же там еще в этом был. Как его, господи. Уже, а где он был? Я забыл, где он был. Блять, группа, сука. До этого. А, в этом, господи. В сникерах тут сейчас. Господи, все уже забыл. Sneaker Pimps, да. У меня же даже альбом, по-моему, был на диске 1B2. 100 лет назад. Тут тоже имба. Я вообще про другое подумал, вообще-то про Smashing Pumpkins подумал сначала. Не туда унесло. Занесло. Это точно нужно. Сейчас налоги позиции сраные. Нужница. О! Тут же смешные кнопки. Точно. Приятно. Явные мешки. Вау.
А. Окей. Мы вернулись. Тихо, бля. Тихо, бля. Давай. Меченый! Меченый! Шлёпок, блядь, экстрасенсовые. Бойся. Кайф. Это еще не последний, серьезно. Это еще была кнопка. Еще одна кнопка. Есть. Гриб. И еще одна кнопка. Уже, блять, обожаю ебаные ласты на этих этажах кринжовых. Уже был? Ну да, но можно еще один найти же, наверное. Разве нет? Чего и нет. Да, я вообще иду. Стоп, это тупик. Что нахуй? Подожди, блядь. Почему это тупик? Тогда понятно. Еще меченые. Перс, я не помню, может, чекало. Уже, по-моему, лень. А, две кнопки, я ни одну не видел, охуеть. Забавно, они все... В конце этажа оказались. Кстати, Гидеона, по-моему, не было. По ощущениям. Как будто мы доджим Гидеона последние дни. Весел! 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 Хоп-хоп-хоп-хоп! На нахуй. Хоп, да сука. Все же книжку оставлю. Не знаю. Может быть, зря, конечно. Меченые, меченые, хуеченые, нету меченых. Давно был вокзал. Давненько. Я думаю, я был даже раньше на вокзале, чем я вокзал в игре видел. Я вот летом на вокзале был. Не, даже осенью был, подожди. А в игре давно вокзал не видел. Ну, капец, редкие. Я, по-моему, один раз вообще видел вокзал. За 3 года. Через вокзал иду на работу, из него живу. Кайф. Наверное. Или наоборот, не кайф. Не знаю, насколько это удобно. Чё? Мешает. Да, нормально. Главное, чтоб не мешало. Вокзал. Ну, там у босса, который на этом этаже есть. Который на вагонетке ездит. У него есть этаж. У него есть, вернее, вариант румы, которая как большая рума. Там на вокзал похож. Да,
Такое есть. Я тоже это впервые увидел как-то раз. Я это не видел ни у себя, ни у кого до этого. Потому что я никогда в файлах игры не копался, этой хуйней не занимался. Поэтому даже не знал, что такое вообще есть. Вот там. Укором. Даже если отсюда попасть в комнату ошибки. А, если ничего интересного не будет, очевидно. О, меня полет оставили! На одну руму, да? Ну да, на одну руму. Ну, все нормально. Типа, если в ошибку попасть, я просто попаду. Ну тут даш. С хуйня получится. Я все равно хуйню сделаю. Что я останусь без матери здесь. Что это будет Депс 2, это будет ГГ. Спасибо за 200 плотников. Я опять заблудился. Я опять заблудился. Сюда, видимо. Подвал тоже бывает, да. Тоже редкое явление, но бывает. Ой. Плюс эпилепсия пошла сразу. Эпилепсия плюс в чат. Кстати, была комната с двумя большими герди и пропасть за их спиной с маленькой дорожкой к бомбе за, за замком. Шиги. А, да-да-да, знаю такую руму. Да, она тоже, по-моему, редкая. Да, такую тоже, по-моему, видел. Это, по-моему, в бомбе, да, такая рума есть. Типа Double Trouble. Даже про них вроде помню уже иногда, про эти кнопки сраные. Блять, маф, тут ебаная руина. Летающими залупами. Не. А, подожди, ну, блять, я снова же его проебу. Сука, ну ладно. Тогда можно бы на ней взять. Ну ладно, пофиг. Фу нахуй. Остается так-то. Не прям уж много. Блять. Пресс. Чё я там ел? Эти запахи. Ни хп нет, ни денег это фармить уже. Вообще можно пройти до склада. Может, там что-то найдется. Охуеть, у них дальность. Идите нахуй с такой дальностью, блять, уёбище. Пиздец, я думал, там только ебаный это поносят нахуй, только хуярят так далеко. У них, блять, и слезы так хуярят через 1000 нахуй лет, блять. Долбоёбство, блять, какое-то. Лол. Таблетка. Таблетку можно, хотя у меня пока вроде были все таблетки хорошие, да, что я ел. Я плохих, по-моему, даже не видел особо. Теперь вопрос, что будет в золотой тогда. Ну, вот как бы ожидаемо, да, что в золотой будет. Окей, хоса будет. Да первое плохое. Попушаем. Зачем мне насрать? Абсолютно. О, галп. Блять, Марблс. Этот трип, в смысле, ебаный. Я хелсап получил, так что пока
Пока мы еще типа при своих остались. Блять, музыка, конечно, блин, хорошая, но что-то как же, сука, скачет громкость. То орёт, то громко, то тихо. Как, блядь, настроить-то? Окей. Тихо, но я знаю, тут, блядь, YouTube вечно. Нормализация отсутствует. В каком-либо виде. А, все, кончилось. Блядь. Так, я летаю, да? Что-то как-то бодро пошел по шипам. Слишком бодро. Там был импресс, да? Надо импресс забрать. Телепился в ошибку. Тут я могу в ошибку улетать. Это еще не второй этаж. Со второго этажа нельзя в ошибку улетать. Да, еблан. Хуяно поставил. Хуительные, конечно, костры. Еще не забрал скорость. Ну ладно. Там ловлю. Сори, но ты не в России. Видимо. Че ж поделаешь. Есть плюсы, есть минусы. Привет, драм. Спасибо за удачных ранов. Нихуя себе ты завертел. На Твиче есть реклама, конечно. Еще бы ее не было, блять, на Твиче. Как не думал. Придумал Твич без рекламы. Может, у тебя еще и на Ютубе нет рекламы. Ну, хотя у нас правда ее нету. Сука, ну ладно. Потрачу бомбу. Блок, кстати, блок стал хуёво работать с Ютубом в последнее время. У меня из-за этого блока стал очень медленно Ютуб работать. Я его потом вообще вырубил. Что, всё, но рекламы нет. Просто срёт. Я ебал в рот эти ебаные комнаты, сука, дегенератские, нахуй, блядь, иди в пизду, блядь. Кто эти тупорылые румы нахуй придумывает, еблан тупорылый, нахуй. Просто иди в пизду, блядь, уебище. Чё за, блядь, уебан эти тупые румы нахуй делают. Просто это пизда, блядь. Как это нахуй доджить, блядь? Особенно, когда какая ебаная там атака еще чардж, типа Брима или Текекса, нахуй. Просто, блядь, гениально, нахуй. Просто уебище, блядь. Ой, по-моему, просто нахуй закончилось. Просто ХП в пизду закончилось. ХП тоже нет. Бомб нет. Ну, по-моему, вообще у меня хп 3 осталось, или 4, по-моему. Так, по ощущениям. И Вестланд, потому что у меня ебаная хп красная еще. Одно осталось. Полароид беру. Что может быть полезнее? Тут я малым хер поиграю. Самая кринжовая атака, естественно, блять. Ну, где-то хорошая атака. Ебало отсюда.
5 хп. И мошонка. Наверное, это хорошо. Хотя бы не ебаная мошонка на боссе. Повезло. Лучшую атаку дали из возможных. Йо. Нормально. Спасибо. По-моему, не стоит мало набирать. Весл. Весл вернул хорошо. Блять, господи, шипованный камень, я его очень вовремя увидел. Офигеть. Дай синяя. Спасибо. Ладно, нормально все. Все нормально. Рот его тут тупорылую гиену, блять, это аж, блядь, говна нахуй. Хватит тоже прыгать. Шу. Быстрее убил бы, да пошли бы дальше. Прыгает все. Ну, а может ебалом клубок ломать, забавно. Так даже удобнее, наверное, все щиты. Да я за весь корпус потерял 0 хп. За весь корпус. 0 раз получил урона. Этаж финальный самый легкий из всего нахуй альтраута. Буквально самый легкий. Он легче даже, наверное, чем эшпит, наверное. Корпс. Босс, типа, сложный. И то только один. Только на первом даже босс сложный. Мать, тоже босс не сложный. И баланс-то, конечно, не раут. ГГ. О, Фоллен. Ты пропустил, я там такой год гейминг момент сделал. Я сегодня Крампуса заобузил порталом. Впервые в жизни. Правда, и пытался, по-моему, впервые в жизни. И реально получилось. Такой был прикол.